Здравствуйте. Приветствую тебя, Сережа. Мой старинный друг, да, давай, привет. Слушай, ты мне позвонил вчера, говоришь, у тебя стресс какой-то там. Мы не будем объясняться, по какому поводу сейчас. Давай-ка быстренько снимать стресс. Ты говоришь, ты этими приемами пользуешься, старой версией, которой давно-давно мы занимались. А сейчас такой стресс на тебя накатил, что те приемы ты делаешь, а тебе не помогает. Давай, становись. И давай потрясись как следует. Сейчас, Хасан Игоревич. Так. Потрясись как следует. Да, и переживай о своем. Не старайся расслабляться ни в коем случае. Переживай, соедини вот эти вибрации, вот эти колебания с переживаниями. Да. И подключай те движения, которые организм просит сделать. Я тебе буду, например, бой с тенью. Да, по 10-15 секунд. Перечисляем разные приемы. Вот. Как следует, разгружайся, как следует. Бой с тенью. Молодец. А теперь давай сыграем в теннис. Попробуй вот поиграть в теннис. Во-во-во-во. Именно так, как хочется, да. Мы сейчас будем примерять тебе приемы. О, молодец. И переживай о своем. Переживай. О, молодец. Вот смотри. По-моему, тебе косить подойдет. Косить лук, а? О, подбираем тебе уже прием. Правильно? Как у Толстого Вани Карениной, помнишь там? Косил лук и чувствовался счастливым, потому что синхронизация между действием и состоянием текущим у Левина там происходила. Лев Николаевич Толстой заметил это, но он не называл это синхронизацией, он просто как мудрый человек увидел этот факт. Так, вот, молодец. А теперь давай на барабане. Сделай позу эмбриона. Давай, оцепени, прямо сожмись туда, да. Прямо уткнись туда, в позу эмбриона. Вот. О, вот так. А теперь давай на барабане поиграй. Да, как следует. Так. А теперь давай на коне поскачем. На коне. Давай. Быстрее. Да, и не старайся расслабляться. Не надо. Это лишнее. Это мешает. А ты переживай о своем, переживай. Да, теперь шалтай-болтай туда-сюда. Да, и делай с той интенсивностью, с той скоростью, которую тебе организм просит. Вот, хочется сейчас еще что-то сделать. Я тебе в следующий раз покажу еще, что добавить. Ты можешь, перебирая, подбирать. Это ключ, это метод подбора путем перебора. Да, и там есть несколько секретов. Я тебе в следующий раз скажу, какие, как именно подбирать, по сколько секунд подбирать, примерять как ботинки в магазине, чтобы ты нашел свой прием и мог сразу снимать стресс в любом месте и в любое время. Да, вот смотри, вот это вот у тебя коса больше подходит. Видишь, ты невольно на это выходишь. Тебе да, это... вот, мне как-то вот это вот нравится, потому что я вот так раз, у меня ассоциации идут с деревней бабушки Липецкой области. Мы там много торгли, это как-то вот память. Давай. О, молодец какой. Во! Молодец. А другому другое подойдет. Вот каждому свое подходит. Поэтому ключ это принцип. Вот попрошу вас, может быть. Вот у меня 50 человек в группе компании работают. Сейчас в связи с этих всех, так сказать, событий в мире сотрудники в очень большом стрессе и падает эффективность труда. Как говорится, КПД сотрудника. Поэтому очень важно сейчас каждому сотруднику быть в ресурсном состоянии. Ты всех собери разом, мы за 30 минут все устроим. И за 30 минут каждый подберет себе свое действие. Я подскажу несколько вещей, которые здесь не могу подсказать по времени. Времени не хватает. Я считаю, что у вас, конечно, очень великая миссия, огромная, тем более сейчас, это полностью восстановить психоэмоциональное состояние
нации, нашей нации. Потому давай. Вот. А теперь садись. И переходи на волну, подбери ритм. Делай туда-сюда, туда-сюда или по кругу. И переживай. Переживай, о чем переживаешь. Не расслабляйся ни в коем случае. Не борись с мыслями. Пусти мысли на самотек. Да. Все. Сережа, мне сейчас позвонили, мне надо ответить. А ты, пожалуйста, 2-3 минуты продолжай так делать. И потом мы с тобой опять созвонимся. Давай. Делай. Давай. Переживай. Сейчас пойдут изменения. Сейчас будет вот так вот. Давай, делай. Потом перезвонимся. Давай.